Дружеским матчем открыли обновленное футбольное поле на территории 56-й гимназии. Площадка для занятий физкультурой здесь появилась 40 лет назад. В 2018-м спортивный кластер модернизировали, оборудовали зону воркаута, установили тренажеры, сделали баскетбольную площадку, беговую дорожку, ямы для прыжков в длину. Летом по просьбе юных футболистов расчесали искусственную траву и подсыпали резиновую крошку на игровое поле. Раньше поле было плохое с кочками, а сейчас его, ну, оно стало лучше много раз. Кочки убрали, стало лучше играть. Мы с ребятами часто сюда приходим. Спортсменов поприветствовал Владимир Волков. Глава округа вручил ребятам футбольные мячи и сыграл с ними товарищеский матч.